сосенка. А чего спит? А потому что надо тише, и то его не разбудит. А если разбудим, что будет? Я не знаю. Да? Ну ладно. А ты лошадку хотела? Да. А не купили? Ну и правильно, зачем она тебе нужна? Ты же будешь гимнасткой. Ангелочка? А не хочу ангелочка. А кого хочешь? Он тебя будет оберегать и хранять. Он тебе на плечке будет сидеть, ты даже видишь. Пусть будет. Показать? Да. Ну, на полочку поставил, на каждый праздник будем покупать. Покажи. Какой красивый ангелочек. И глазки, как у тебя, голубенькие, да? Видишь, это разобьется. Видишь, какой красивый. Нежный, ласковый. Будь тебя оберегать. Но с ним играться нельзя. Да, мы его на полочку поставим, да? Да. Место найдем. Зато у тебя есть собачка. Да. Красивая? Да. Это более мягко. А? Вот. Вау! Красиво! Вот можно выбрать, как у животики видите. Пойдем домой распечатывать будем. Красота? Да. Ну давай в рюкзак положим. Да не надо. Почему? Задохнется там. Задохнется. И что будет? Умерет. Умерет. Распечатывай. Помочь? Помоги. Чтобы не было видно вот этого. Да, ты развязал ее волосы. Да. Не будешь сумочки носить, как чичилав, да? Вообще-то ее нельзя, но я душица. Но ты будешь голову вытаскивать ей. Ну как я, она маленькая. Красивая? Маленькая. Красивая, говорю. Красивая. Довольная, Кира? Но сумочку ее нельзя. Кира, довольная? Да. Эй, Кирусик. Чичи, это потому что она чихуахуа. Покажи собачку. Вот. Бабушка брала ее? Я чем? Руками. Брала, брала. Нельзя? Нет. Не бери. Почему? Потому что она еще маленькая. И ну, так я маленькую подержу, дай. Да не бери, ей больно. А тебе не больно. Понятно. А ты держишь ей больно, да? Выходи, да. Ребенок. Он делает операцию.
Это же у нас сквозь бошку проехал, мы продолбили, да. Класс. Длинно. Ну и жалую скобами. Собачку. Встретила ты сегодня, да? Да. Расскажи про нее. И теперь мы наконец возьмем ее домой жить. Будет жить с тобой, да? Да. Она тебе нравится? И то где хозяйка не пришла и ее не забрала. Не забрала? Нет. Хозяйка. Ты же ее хозяйка. Да нет, другая хозяйка. Какая? Она сидела на остановке. На остановке? Да. Она была запечатанная, папа тебе ее подарил. Да нет. Ну ладно, пусть будет другая хозяйка. Теперь ты ее хозяйка, да? Да. И мы взяли ее жить. И она будет жить вместе с твоими собачками, да? Но она маленькая еще. Да. Ну поэтому она пока возьмет у меня. Хорошо. Выздоравливай, солнышко. Красивая. Нравится она тебе? Да? Да. Сильно? Да. Будешь ее в садик брать? Но меня же рука сейчас батька ходит в садик, рыжая. Ну ладно. Больно. Хорошо, сейчас починим. В день, когда мы УЗИ устраивали во время гонки. Сюда повернитесь. Когда я уже проснулась, то собачка же хотела попить, я ее попила, мамочка. Она же только что с тобой кушала. Как кушала? Тефтельки. Да не та, а рыжая. Рыженькая собачка. Понятно. Которой ты хвостик прицепила? Пальчик, да. Да, ну так сюда садитесь. Рассказывайте за своих собачек. Вот так вот посадим собачку. Вот так на ручке. Вот. Ну. Вот каждый день, когда я уже просыпалась, собачка я хотела пить, попила молочка. Ага. Хотела походить, я ее включила, походила, гуляла так. Гуляла. Она у тебя хорошая, добрая, да? Да. Все, всем пока. Пойди пока! А, ты что рассказываешь? Да. Ну, рассказывай. Что дальше рассказывать? Расскажи нам про вот эту собачку, про свою новенькую. Новенькую? Красивенькую. Вчера после дня я уже просыпать не хочу спать, потому что камера я разрядилась. Папа говорит? Не надо. А я уже сказала. Ну, хорошо. Главное, что у тебя собачки хорошие, красивые, да? Да. Все твои любимые собачки. Подожди, папа, не выключаешь камеру. Ты еще одну принесешь? Да сколько у меня там еще? У тебя много собачек. Еще остались? Нет. Остались. Какие? Вот эти. А, беленькая твоя собачка, да? Да, вот она. Да. Вот она. И какая еще собачка? Вот она, поющая, да? Чичилав. Чичилав?